Готовим корейскую морковь. Для этого нам нужно морковка, чеснок, соль, приправа для морковки и растительное масло. Для начала натираем морковь на терке. Морковь натерли, добавляем чеснок. Добавляем соль, приправу, заливаем горячим маслом. Перемешиваем. Пробуем на соль, если не хватает, еще добавляем. Все готово, оставляем на 30 минут. Наша морковь готова, сервируем и подаем к столу. По желанию, сверху засыпаем кунжутными семенами.